Первый день осенний, в солнечных лучах. Мальчики в костюмах, девочки в бантах. Радостью искрится нынче все вокруг. И пестрят букеты в сотнях детских рук. Пусть улыбки светят ярче всех огней. Пусть лицей подарит много светлых дней. Каждый день проходит, пусть у вас не зря. С днем знаний, ребята, с 1 сентября! Сегодня день знаний, торжественный день. И мы поздравляем сердечно детей, что в школу сегодня идут в первый класс и сядут за парты свои в первый раз. Директор теоретического лицея имени Михаила Васильевича Ломоносова, Иванова Валентина Прокоповна. 1 сентября. Он замечательный, как это сентябрьское утро. Добрый, как первая учительница, и торжественный, как любое важное событие в жизни каждого человека. Начало учебного года. Ребята с цветами в руках, и маленькие первоклашки к наукам лишь делают шаг. И столько чудесных событий их ждут на заветном пути. Дерзайте, ребята, стрим. Особым волнением мы обращаемся к вам сегодня, ведь вы наша смена. Вас ждут замечательные, неповторимые школьные годы. Будьте любознательными, смелыми и упорными, и вы всего добьетесь. Любите и храните наш школьный дом. Наш лицей – это теперь ваш дом. Учитесь дружить и беречь друг друга, ведь вы теперь одна семья. Звени звонок, заливистая звонка. Лети звонок мальчишкам и девчонкам. Зови звонок на первый наш урок. Звени скорей наш праздничный звонок.